Ну что, как твои дела? Понятно. У меня все круто, не волнуйся, да. Такая фигня, капец. Ламинат! Всем привет! Я Милана. И это новая распаковка посылок с Алиэкспресс. Короче, мне еще неправда... Мне еще приехали не все посылки, но уже некоторые находятся у меня вот тут. Пришла только одна, я без понятия, что там вообще происходит, я не знаю. Перед тем, как начать эту распаковку, я хочу, чтобы вы поставили лайк, подписались на мой канал и... Все, больше ничего не надо. Я заказала где-то 20 посылок, потому что у меня скоро день рождения, 22 ноября. Мне исполняется 17 лет, и, значит, я решила себе вот так вот устроить подарочек. Подождите. Я заказала кучу всего, вообще очень много всего. И мне интересно, что здесь. Ой, я себе ноготь порезала. Класс. Распаковка ногтя начинается, видимо. Короче, какая она мягкая, ё-моё! Это, короче, длинная кофта. Она очень круто выглядит. И она даже сейчас очень круто выглядит. Я сейчас буду ее мерить. Слушайте! Вы только посмотрите, какая милота. Ё-моё! Выглядит очень мило, я буду ее носить. Мне очень круто, я думаю, танцевать там всю фигню. Ё-моё, какая она классная! Она такая мягкая, просто. Я думаю, я сегодня в ней буду ходить, потому что она выглядит сногсшибательно. А что если с корсетом попробовать? Кто видел мои прошлые распаковки? Распаковку, то есть... Я заказывала корсет тоже с Алиэкспресса, и... Я как рыцарь какой-то! Я не знаю, почему рыцарь, но... Или нормально. Давайте я сниму эту фигню. О, зацепилась! Тут еще нарисована какая-то штука. Это самолет! Смотрите, это самолет. Самолетик. В подарок еще лежала вот такая вот резинка. Давайте сделаем хвостик. Вот для полного комплекта. Полный комплект готов. Еще с хвостиком. Это так мило выглядит. Я не могу. О, смотрите. Я сама себя кайфую. Почему она так мило? Теперь ждем следующие посылки. Снова здравствуйте. Я снова с вами. Ко мне приехала еще одна посылка. Да, я не знаю, сколько я буду так не снимать свою распаковку, так сказать. Просто все посылки приходят в разное время и типа... Да. Сегодня у нас понедельник, 15 ноября. И ко мне приехала вот эта вот посылка. Вот эта вот. Я не знаю, что там. Я надеюсь, там что-то дико классное. Давайте распаковывать. Капец. Я ждала, капец. Что это? Это штаны, которые я так ждала, ё-моё! Ой. Они так круто на мне смотрятся! Ё-моё! А почему они такие классные? А что они такие классные? Я не могу! Просто посмотрите, я не знаю, как мне встать, ё. Видно меня во весь рост? Я не вижу просто.
Вы еще говорите, в Алиэкспрессе плохие вещи, в Алиэкспрессе плохие вещи. Чего? Где? Ждем следующую посылку. Всем привет. Снова с вами. Ко мне приехала третья посылка. Сегодня я не в самом лучшем настроении, но в любом случае это же видео. Будем снимать дальше. Сегодня у нас среда, 17 ноября. И ко мне приехала новая большая посылка. Вот она. И я уже жду не дождусь открыть ее. Так что давайте не будем томить, откроем. Ё-моё! Да, как я и думала! Да, я предполагала, что может находиться в этой посылке, и походу то, что я думаю, это оно и есть. Да, по-моему, это оно реально, действительно оно и есть. Круто. Ой-ой-ой. Да, это оно и есть! Какая она крутая! Здоровенная толстовка с зайчьими ушками. Капец! Погнали в гостиную. Я просто тупо не могу нормально показать эту толстовку. Она настолько здоровая, что реально нужно во весь рост снимать. Смотрите, какая она классная! Вай! Тут еще карман есть. Она очень большая, очень теплая. И также здоровый капюшон с зайцем. Это прям для меня вообще просто. Вау! Лесе нравится, да, Були? Мне очень нравится эта кофта. Просто замечательно. Ждем следующую посылку. Короче, здравствуйте. 18 число. У меня на следующий день пришла уже вторая посылочка. И я собираюсь ее открыть прямо сейчас здесь. Смотри. Тут, наверное, сережки. А зачем? Как я сейчас их открою, если... Как я их понесу домой? Пакеты купим. Пакетик? Да. Ладно, окей. Первая посылочка, вторая посылочка, третья посылочка, четвертая посылочка, пятая посылочка. Ключи. Что же это? Это, короче, специальные наклеечки для комнаты. Типа, чтобы приклеивать. Следующее. Это сережечки. Мой папа пошел брать пакет, потому что все это надо куда-то ложить. Магазин, наверное? Ну да, магазин. Давай. Да, у нас тут распаковка с Лейси. Привет, Лейси. Как дела? Как видите, моя распаковка начинается теперь на улице. Да. Что? Что вы скажете? Круто, классно. Типа, мне просто папа говорит, может быть, здесь распакуем? Я такая, типа, ну давай, ладно, окей. Тоже, типа, обычно бабочка. Вот так вот это выглядит. Красиво? Все. Вот такая вот красота. А давайте откроем вот эту посылку. Я не знаю, что там, потому что там мягкое. Погнали. Это! У них раунд здоровый! Знаете, что это?
Куда он мне такой большой? Это, короче, кейс для AirPods'ов. Прикольный? Такой наркоманский, типа. У меня с собой AirPods'ов сейчас нету, но тут будет вставочка, как это выглядит. Но нормально. Короче, это Михайло. Да, и теперь он будет хранителем моих наушников. Да. Он как будто повесился. Выглядит мило. Правда, чуть-чуть типа отходит, но плевать. Интересно, интересно. Да, это футболка. Ну, конечно, конечно, конечно. Магическая битва, футболка. О, она просвечивается так капец. Короче, вот она. Жесть, а что она такая, а почему она так просвечивается? Да не, не просвечивается. Красиво? Да. О. Давайте вот эту откроем посылку. Я не знаю, что это. Пододеяльник? Да, пододеяльник. Ой. Вообще пока не имею понятия, что это. Это шикарно! Это та здоровая полка! Помнишь, которую я хотела? Офигеть, она большая. Может, прям сейчас я померю? Давай мерь. О, господи. Классно? Смотри, я как Иисус. Все, померили, снимаем. Как я уже чувствую, это чехол на телефон. Он такой классный! Смотрите! Ой, волосы чьи-то! Просто вау! Смотри! Я померила чехол на телефон, и вы только посмотрите теперь, как он выглядит. Просто вау! Что это? Это же шикарно просто! Типа, это по типу поп-ит, но он нифига не поп-ит, просто очень красиво. Вы просто посмотрите, милота какая. Типа, еще вот тут такие висюльки. Вообще, просто шикарно, шикардос. Теперь мой телефон, реально телефон. Baby pink написано еще. Да, вот так типа, алло, да, добрый день, как ваши дела? Окей. О, это же можно сюда повесить. Сюда и ключи можно повесить. Ё-ма! Вот это я умная, конечно, вообще. У меня теперь целый дом на телефоне. Просто, типа, алло, как дела? Угу, понятно. Реально могу целый дом унести, мне кажется, на этой штучке. Короче, мы уже посмотрели на чехол, идем дальше. Опа. Эта толстовка приехала ко мне. Это большая толстовка XXL, как я люблю. Расчёсочка, у меня уже таких 200 штук. Ла-ла-ла. Просто посмотри, какая красота. Смотри, как короткая. Гуляйте. Да? Классная? Короче. Это еще не все посылки, будем ждать следующие. Так что ждем. Я только вернулась домой. И сейчас буду показывать все то, что я не распаковала и не посмотрела. Тут
еще одна посылка осталась. Ее можно, я думаю, распаковать. Давайте сейчас. Правда, мне нечем ее открыть, но попытаемся, как говорится. Знакомьтесь. Леся, иди на тот диванчик, иди на диванчик, вставай. Иди на тот диванчик, иди. Спасибо. Реально пошла на тот диванчик. Ну, я молодец. Как говорится, хочешь жить, умей вертеться. Да? Да. О, открыла. Блин, Михайло, ты что, совсем? Михайло, башка отваливается, что мне делать? Тут ему в попу зарядка суется. Конечно, конечно. Вот она моя прелесть. Это сережка офигенная. Просто смотрите. Это сережка в виде змеи. Давайте мерить прямо сейчас. Снимаем вот эту красоту. У меня теперь на ухе настоящая змея. Чего добились вы, я не знаю. Просто шикарно. Сережка обалденная, мне нравится. Так, то, что я хотела померить, но я не видела на себе. Вы только посмотрите, ну, какая милота-то, Милота-то! Это мое новое слово, милота-то. Выглядит шикарно. Мне нравится. А-а-а, вылетела! Надо как-нибудь назвать эту змею. Я не знаю как, но надо как-нибудь назвать. Пишите в комментариях, как мне назвать эту змею. Выглядит очень классно, мне нравится. Смотрим, что дальше. Киборг-убийца. Я теперь Иисус. А еще у меня такое чувство, что просвечивается все. Только вчера я плакала. Сегодня, как вы видите, я уже Иисус. Я реально на Иисуса похожа. Моя геройская академия. Всем привет. Смотрите, какая классная футболка. Это же Итадори... Ой, а как его зовут? Сукуна и Годжо. Годжо Сатору. Ой, все, я не помню. Ждем следующие посылки. Я не знаю, что там будет. Всем спасибо. Спасибо. Не прошел и день, как ко мне пришла еще одна посылка. В этот же день снова, только вечером. Открываем. Я задумала, ко мне будет долго ехать посылка, все дела. Нет. Две посылки в один день. Такого еще не было. Открываем, распаковываем. Тут снова несколько посылок. Я не знаю, что происходит. Алиэкспресс меня полюбили, я вижу, да. Давайте откроем вот это без понятия, что там вообще. Вообще не имею понятия, я не знаю. Открываем. Это сумка! Это сумка! Это же сумка? Да! У него пакет! Смотрите! Шикардос. Я сегодня хожу с такой вот сумкой. Идем дальше. Какой-то еще пакет. Это штаны, которые я очень сильно хотела. Мерим срочно. Вау! Почему на мне не так круто выглядят? Ё-моё, дорогуша, ты откуда? Вау, какие они классные! Вау! Ё-моё! Вы что, издеваетесь надо мной? Смотрите, как круто! Просто вау! Почему с Алиэкспресса на меня столько крутых вещей? Я не понимаю!
же это классно выглядит, вау! Что это? Это еще один чехол для телефона. Вау! Я вообще забыла про этот чехол, слушайте. Это же попыт, вы что, совсем? Просто ня-кавай, просто ня-кавай. Я не знаю, как на это реагировать. И у меня теперь два обалденных чехла. Жаль, что нельзя носить два сразу. Тетрадь смерти! О, боже ты мой! Тетрадь смерти. Классная футболка, ничего не могу сказать. Буду носить. Ну, я, честно говоря, я не помню, все ли это посылки. Но, если да, если нет, ждем следующие. Вот.